Рад приветствовать вас в своем закрытом сообществе. Воспользовавшись моей схемой заработка, присоединяйтесь в закрытый скайп-чат. Там все участники сообщества регулярно обмениваются мнением и информацией. Также регулярно проводятся конференции и отчеты, кто сколько заработал, у кого какие достижения. Чтобы попасть в наш чат, читайте условия ниже и пишите мне на почту. А теперь, пожалуй, начнем. В этом видео я полностью раскрою секрет заработка на своем блокчейн-кошельке. Для вас сейчас открывается уникальная возможность получать свою часть пирога от огромной блокчейн-сети. Поверьте, 30-100 долларов в сутки – это легко, просто и понятно. Вам не нужно даже особо напрягаться, чтобы их зарабатывать. Вы только посмотрите, сколько было прокручено денег за последние несколько минут работы сети. Миллионы долларов. И это вся реальная статистика, которую вы можете посмотреть на сайте блокчейна. То есть это цифры не просто взяты из потолка. Взгляните вот сюда. Рыночная капитализация за последние месяцы перевалила за 76 миллиардов долларов. И это только начало. Это простая истина, которая доступна всем, но о ней знают немногие. И кроме того, заработка тут хватит на всех с избытком. В сети блокчейн ежедневно совершаются миллионы транзакций. И с каждой такой транзакции простой пользователь может зарабатывать свою долю. Сейчас я вас этому научу. Тут все очень просто. Готовы? Тогда смотрите внимательно и повторяйте за мной. Первым делом необходимо зарегистрировать блокчейн кошелек. Даже если он у вас есть, все равно необходимо создать новый. Переходим по ссылке, которая расположена ниже в описании, на сайт блокчейн. Это официальный сайт биткоина, и он известен во всем мире, так что за безопасность своих средств можете не переживать. В эту строку достаточно писать свой действующий email, придумываем пароль, повторяем пароль, ставим галочку и нажимаем «Продолжить». Отлично, блокчейн-кошелек создан, и на почту вам придет письмо с идентификатором для входа, чтобы вы его не потеряли. Баланс кошелька может быть как в долларах, так и в рублях, или же можете выбрать в настройках. Теперь нужно внести одну настройку в кошельке, и потом вы поймете зачем. Заходим в настройки, выбираем предпочтение, и вот смотрите, написано «Автоматический выход в минутах», нажимаем «Изменить», и напишем 1440, то есть количество минут в сутках. Теперь переходим к следующему шагу. Нужно пополнить свой кошелек. И сразу же отвечу на вопрос, зачем это нужно? Ведь о вложениях ничего не говорилось, правда? Друзья, это не вложение, а просто пополнение своего кошелька. Именно своего, а не чего-то. Деньги, которые у вас на счету, будут постоянно приносить вам доход. Какой доход? Это уже зависит от того, сколько денег у вас на счету. И запомните, это деньги только ваши, из кошелька они никуда не деваются, никуда ничего не нужно переводить и что-либо ими оплачивать. Пополнить свой кошелек можно сотни различных способов, но в нашем случае необходимо использовать только официальный трансфер, чтобы кошелек был чистый и надежный. И сейчас вы все поймете. Переходим в трансфер по ссылке, которая расположена ниже под видео. Тут все очень просто. Заполняем все перечисленные поля. В эту строку необходимо указать свой адрес кошелька, который пополняем. То есть тот, который мы зарегистрировали. Переходим в наш только что зарегистрированный блокчейн. Нажимаем «Получить» и нажимаем «Скопировать». Возвращаемся опять в трансфер и правой кнопкой мыши «Вставить». Теперь вписываем свой действующий email и нажимаем «Создать заявку». Итак, заявка создана. Теперь нужно выбрать сумму пополнения. Вот теперь встает главный вопрос, насколько же пополнять? Тут видите, все предельно ограничено, то есть максимум можно пополнить на 3000 рублей. Насколько пополнять, все зависит от вашего желания зарабатывать. Дело в том, что заработок происходит очень просто. Вы задействуете свой кошелек для подтверждения транзакций в сети. То есть, если у вас на счету, допустим, 500 рублей, то в день ваш доход составит 1000-1500 рублей.
Я покажу на своем примере работу кошелька с балансом в 1000 рублей, а вы можете пополнять насколько угодно. То есть чем больше, тем больше вы будете зарабатывать. Не переживайте, эти деньги остаются на балансе вашего кошелька, и вы можете вывести их когда и куда угодно, и никуда не нужно переводить и что-либо оплачивать. Давайте я пополню кошелек. Итак, деньги пришли мне на баланс блокчейна практически мгновенно, а система вот предоставила чек успешного пополнения. Тут есть две ссылки: пополнить еще или же использовать свой кошелек для подтверждения транзакций. Нажимаем эту ссылку. И вот нам открылось окно. Функция этого подсервиса дает возможность принять участие в подтверждении транзакций в сети. Дело в том, что в сети блокчейн нет понятия комиссия сервиса. Вот смотрите, если мы зайдем в «Отправить», видите, тут стоит комиссия, которую мы можем редактировать. Она влияет на скорость отправки денег другим пользователям. Но дело в том, что эта комиссия идет не сети блокчейн, а майнерам, которые подтверждают транзакции целой сетью. И вы можете включить свой кошелек в эту сеть и подтверждать транзакции за вознаграждение. Давайте я покажу, как это сделать, и будем зарабатывать. Необходимо заполнить все данные в нашем открывшемся окне. Вот сюда нужно вставить номер нашего ордера, который пришел в ответ на пополнение кошелька. Выделяем, копируем и вставляем в это поле. Теперь необходимо вставить номер блокчейна. Заходим в наш кошелек, нажимаю «Получить», копируем и вставляем в эту строку. Теперь вписываем email и нажимаем подключить. Итак, выполняется синхронизация. Так, синхронизация выполнена. И вот наш кошелек успешно подключен к сети, буквально в пару кликов. Отлично, теперь заходим в свой кошелек и просто наблюдаем за балансом. На него регулярно будут поступать вознаграждения из сети за участие в подтверждении транзакций. И вот, смотрите, уже первое вознаграждение в размере сколько? В размере 20 рублей. То есть тут бывает больше, бывает меньше, в зависимости от того, какую комиссию поставил пользователь при отправке. То есть бывает 100 рублей за раз. Понимаете, насколько просто принять участие в работе и на этом зарабатывать? Ведь в день на блокчейне совершаются миллионы транзакций. И кто-то же их подтверждает, правильно? Так почему бы и не вы? Теперь остается два самых главных вопроса. Сколько можно зарабатывать в день и как вывести отсюда деньги? Первое. Все зависит от суммы у вас на счету. Если у вас на балансе 1000 рублей, в день вы можете зарабатывать от 1500 до 2000 рублей. То есть примерно в два раза больше, чем у вас на счету. Если 3000 рублей, то доход, соответственно, от 4500 до 6000 рублей и так далее. То есть я думаю, вы понимаете. Если у вас на балансе, допустим, 1000 рублей, то ваш кошелек будет принимать участие в подтверждении переводов до 1000 рублей. Опять же, это говорит о том, чем больше денег на счету, тем больше вы будете получать прибыль. Второе. Как выводить отсюда деньги? На самом деле, это самое простое, что может быть. Существует 1001 способ вывести деньги с блокчейна. Но я не стану это показывать, чтобы не отнимать у вас время. Впишите в гугле фразу «как вывести деньги с блокчейна», допустим, на карту банка или любой другой электронный счет. Вам выдаст 1000 запросов с различными вариантами, с подробными инструкциями. Тем более, это просто ваш кошелек, и вы можете их вывести когда угодно, так что проблем с этим не возникнет. Конечно, миллионов тут не заработаешь, так как трансфер ограничивает сумму пополнения. То есть, видите, максимально можно пополнить на трансфере на 3000 рублей. Но зарабатывать 5-6 тысяч рублей в день можно. И выводить их без всяких комиссий, оплат услуг и прочего бреда. Просто берете, выводите на свою карту банка или куда угодно. Но при этом вам обязательно надо оставлять ту сумму, которая была изначально. То есть, если пополнили на 1000, а накапало уже 3, то выводите только 2. То есть, надеюсь, это понятно. Также хочу дополнить, это очень важный момент. Чтобы деньги поступали на баланс, нужно всегда держать кошелек открытым. То есть, пока включен сайт блокчейна, на ваш компьютер, или, то есть, если на вашем компьютере или телефоне открыты сайт блокчейна, деньги будут поступать на баланс. Видите, пока вам я объяснял суть, накапало уже некоторое количество денег.
То есть можно оставить компьютер включенным, а кошелек открытым и идти заниматься своими делами. Я изначально поставил в настройках 1440 минут, то есть чтобы кошелек работал круглосуточно. Я думаю, это понятно. То есть я, по сути, вам все объяснил. Надеюсь, вопросов не возникнет. Если что, я всегда на связи, как по телефону, так и обратная связь по почте. Также присоединяйтесь в закрытый скайп-чат. Там участники делятся своим впечатлением, своими достижениями и так далее. По поводу моей выгоды распространения этой схемы читайте ниже на сайте.